Помочь обездоленным тундровикам найти свое место в жизни. С таким посылом во вторник группа специалистов администрации Мальского района посетила факторию Порт-Тиха. В торгово-снабженческий пункт на встречу с представителями власти приехали около 50 оленеводов, как муниципальных, так и тех, кто держит частное хозяйство. С кочевниками организовали беседу, на которой говорили о новых формах трудозанятости коренного населения, после чего специалисты провели прием граждан по обращениям в разных сферах. Люди максимально постарались разные категории граждан послушать, вникнуть в их проблемы. Сегодня мы уже привлекали сюда управление торговли и первых людей, которые ведут малый бизнес и работают с частными хозяйствами. У нас сегодня работала параллельно соцзащита, образование. В рабочих поездках делегации обычно участвуют медики и артисты, так что такие встречи дают возможность кочевникам пройти медицинский осмотр, поставить нужные прививки, получить медикаменты и побывать на праздничном, подготовленном специально для них концерте. О проблемах тундрового населения, о решениях власти и многом другом подробнее расскажем в четверг в нашем вечернем эфире.